Сура Аз-Зумар. Толпы. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Танзилуль-Китаби миналлахиль-Азизиль-Хаким. Писание ниспослано от Аллаха Могущественного, Мудрого. Инна анзална илайкал китаба бил хакки фа'будиллаха мухлисан лахуддин. Мы ниспослали тебе Писание воистине. Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. Ала лиллахи ддинул халис. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует». لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. Если бы Аллах захотел иметь детей, то Он избрал бы из Своих творений того, кого бы пожелал. Пречист Он. Он Аллах, единственный, всемогущий. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Он сотворил небеса и землю воистине. Он покрывает ночью день и покрывает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он могущественный, всепрощающий. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Он создал вас из одного человека. Он сотворил из него жену и ниспослал для вас из скотины 8 животных парами. Он создает вас в утробах ваших матерей. Одно творение появляется вслед за другим в 3 мраках. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть. Нет божества, кроме Него. До чего же вы отвращены от истины? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неверие для своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас это. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, что вы совершали. Воистину, Он ведает о том, что в груди. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Он предоставляет ему благо от себя, человек забывает того, кому он взывал прежде, или забывает то, ради чего он взывал прежде, и равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с его пути. Скажи, попользуйся благами со своим неверием немного. Воистину, ты будешь одним из обитателей огня. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Воистину, поминают назидание только обладающие разумом. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Скажи моим рабам, которые уверовали, бойтесь вашего Господа. Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна, воистину терпеливым их награда воздастся полностью, безо всякого счета. Скажи, мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру. Мне также велено быть первым из мусульман. Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. Скажи, я поклоняюсь одному Аллаху,
очищая перед ним веру. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Поклоняйтесь же помимо него чему пожелаете. Скажи: воистину потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в день воскресения. Воистину, это и есть явный убыток. Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим Аллах устрашает своих рабов. О, рабы мои, бойтесь меня. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Для тех, которые избежали поклонения тагуту и обратились к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же моих рабов. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. Разве ты сможешь спасти того, относительно кого сбылось слово о мучениях, кто находится в огне? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Но для тех, кто боялся своего Господа, уготованы горницы, расположенные одна над другой, под которыми текут реки. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает обещания. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Неужели ты не видел, что Аллах ниспослал с неба воду и провел ее к источникам по земле? Потом посредством нее он выводит посевы различных цветов. Затем они вянут, и ты видишь их пожелтевшими. Затем он превращает их в труху. Воистину, во всем этом напоминание для обладающих разумом. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, кто на свету от своего Господа, равен неверующему? Горе тем, чьи сердца черствы к поминанию Аллаха.
они пребывают в очевидном заблуждении. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Аллах ниспослал наилучшее повествование, Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Разве тот, кто в день воскресения будет лицом защищаться от ужасных мучений, равен верующему? Беззаконникам скажут: «Вкусите то, что вы приобретали». كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Их предшественники также считали лжецами посланников, и мучения явились к ним оттуда, откуда они не предполагали. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Аллах дал им вкусить позор мирской жизни, а мучений в последней жизни, несомненно, будет еще больше, если бы они только знали. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Мы уже привели для людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они могли помянуть назидание. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Мы ниспослали Коран, в котором нет кривды на арабском языке, чтобы они устрашились. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Аллах приводит в качестве притчи мужа, принадлежащего нескольким несговорчивым партнерам, и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны ли они в притче? Хвала надлежит Аллаху, но большинство их не знает этого. إنك ميت وإنهم ميتون. Воистину ты смертен, и они смертны. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. А потом, в день воскресения, вы будете препираться у своего Господа. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха и счел ложью правду, когда она явилась ему? Разве не в гиене обитель неверующих?
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал ее истинность, действительно являются богобоязненными. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Для них у их Господа уготовано то, чего они пожелают. Таково воздаяние творящим добро. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Это произойдет для того, чтобы Аллах простил им наихудшее из того, что они совершили, и воздал им наградой за лучшее из того, что они совершали, или лучшим, чем то, что они совершали. Алейса Аллаху бикафин абдаху. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Разве Аллаха недостаточно для его раба? Они устрашают тебя теми, которые ниже него, а кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. А кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не введет в заблуждение. Разве Аллах не могущественный, способный на возмездие? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они непременно скажут: Аллах. Скажи, видели ли вы тех, кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить его вред? Или же, если он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать его милость? Скажи, довольно мне Аллаха. На него одного уповают уповающие. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Скажи, о мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Скоро вы узнаете, кого постигнет мучение, которое позорит его, и на кого падут вечные мучения. Инна анзална алейка аль-китаба лин-наси биль-хакку, фаман ихтада фалинафсихи, ваман далла фаиннама йадиллу алейха, вама анта алейхим бивакиль. Мы ниспослали тебе Писание для людей воистине. Тот, кто последовал прямым путем, поступил во благо себе, а тот, кто впал в заблуждение, поступает во вред только себе,
и ты не являешься их попечителем и хранителем. Аллаху يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Инна фи залика лааятин ли кауми ятафаккарун. Аллах упокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определенного срока. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи, а если они не владеют ничем, и не разумеют. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Скажи, Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к нему вы будете возвращены. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, а когда поминают тех, которые ниже него, они радуются. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Скажи: «О Аллах, Творец небес и земли, ведающий сокровенное и явное, Ты рассудишь своих рабов в том, в чем они расходились во мнениях». وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Если бы у тех, которые поступали несправедливо, было все, что на земле, и еще столько же, то они непременно попытались бы откупиться этим от ужасных мучений в день воскресения. Но откроется им от Аллаха то, о чем они даже не предполагали. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Им откроются злые деяния, которые они приобрели, а то, над чем они издевались, окружит или поразит их. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Когда человека касается вред, он взывает к нам. Когда же мы предоставляем ему благо от нас, он говорит: «Воистину, это даровано мне благодаря знанию, знанию Аллаха о моих заслугах или моему знанию». О нет, это искушение,
но большинство их не знает этого. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Как уже говорили их предшественники, но их не спасло то, что они приобретали. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Их поразили злые деяния, которые они приобрели. Тех, которые поступали несправедливо, из этих также поразят злые деяния, которые они приобрели, и им не удастся спастись. Разве они не знают, что Аллах увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает? Воистину, в этом знамение для верующих людей. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он прощающий, милосердный. إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом, прежде чем мучения явятся к вам внезапно, когда вы даже не почувствуете их приближение. تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Чтобы не пришлось человеку говорить: «О горе мне за то, что я был нерадив по отношению к Аллаху! Я был всего лишь одним из насмехающихся». أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Или чтобы не пришлось ему говорить: если бы Аллах наставил меня на прямой путь, то я был бы одним из богобоязненных. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит мучения: если бы у меня была еще одна возможность, то я стал бы одним из творящих добро. بلى قد جاء
جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. О нет, к тебе явились мои знамения, но ты счел их ложью, возгордился и был одним из неверующих. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. В день воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами. Разве не в Гиенне обитель возгордившихся? وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Аллах спасет богобоязненных, и они обретут успех, или по причине их успеха. Зло не коснется их, и они не будут опечалены. Аллаху халику кулли шайин, ва хуа аля кулли шайин вакиль. Аллах творец всякой вещи, Он попечитель и хранитель всякой вещи. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Ему принадлежат ключи небес и земли, а те, которые не веруют в знамения Аллаха, являются потерпевшими убыток. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Скажи, неужели вы повелеваете мне поклоняться кому-либо другому вместо Аллаха, о невежды? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Тебе и твоим предшественникам уже было внушено, если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему сотоварищи. نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Но подуют в рог, и тогда потеряют сознание, или умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء
بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Земля озарится светом своего Господа. Будет положено Писание, и будут приведены пророки и свидетели. Их рассудят истина, и с ними не поступят несправедливо. Каждой душе воздастся сполна за то, что она совершила. Ему лучше знать о том, что они делают. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Тех, которые не уверовали, толпами погонят в гиенну. Когда они подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Конечно». Но сбылось относительно неверующих слово о мучениях. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Будет сказано: войдите во врата гиенны и пребудьте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им: «Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда навечно». وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Они скажут: «Хвала Аллаху, который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников!» وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ты увидишь ангелов, окружающих трон и прославляющих хвалой своего Господа. Их рассудят истина, и будет сказано: «Хвала Аллаху, Господу миров».